в Нью-Йорке. Если хочешь развлечься, это же белый Майк. Черт, точно! Обращайся к белому Майку. Да ладно, хоть раз зови на трубку. С ума сошел, студенческие каникулы начинаются. Найдется бокс? Что у тебя есть? Привезу через 5 минут. Вчера попробовала новую фишку. Приход как будто с кокаина плюс экстази. Это 12. Подгонишь? Нет, я им не занимаюсь. Пора переходить на 12, брат, на 12. Даже не собираюсь, не моя тема. Привет, я Джессика. Сколько? На 1000. Убери нахер бабки, чё, совсем больная? Может, пора обратиться к профессионалам? Гонишь к мозгоправу? Мой мозгоправ полный дебил, а я своего чуть не трахнула. У тебя девчонка есть? Не совсем. Точнее, она слишком хороша для той жизни, которую я веду. А меня сегодня на вечеринку пригласили. Какую вечеринку? Чарли, где ты его взял? Майк? Чарли пропал. Оставил странное сообщение. Майкл? Папа? Мне очень жаль. Чарли мертв. Держи себя в руках, Майк. Не понял. Стероидов нажрался? Да. Имел я эти ваши гребаные вечеринки. Эта вечеринка запомнится навсегда. И я тоже стану знаменитой. Этого ты хочешь? Стать знаменитостью? Дай мне 12 прямо сейчас. Только за деньги. Я могу предложить кое-что еще. Кто дал тебе право спокойно разгуливать, играя чужими жизнями? Двенадцать.